это случилось, в мире объявлена пандемия коронавируса. Что это означает? В России новые случаи заболевания и новые ограничения на полеты в Европу и на выдачу виз к иностранцам. Организация здравоохранения предупредила, что распространение болезни по миру ускоряется. Аэрофлот с 13 марта по 30 апреля намного больше официальных данных, утверждает жительница Ломбардии, которая в прошлом училась в МГИМО и сейчас просит Россию помочь в борьбе с пандемией. Меня зовут Рузанна, и я делаю этот мир ярче вместе с Эстель.